МИД Украины отреагировал на путинский указ о переделе округов и выразил протест. Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица не исключил распространение на Южный федеральный округ Российской Федерации санкций западных государств, введенных в связи с аннексией Крыма. Кто же будет приховывать себя вкрадено, да, в случае, потому что так, что вкрали Крым, то и стаёт публичником крадеев. И тут может целиком статься и так, что санкции, которые действуют безпосередньо на території Криму, серйозні партнери міжнародної організації і країни можуть поширити на той же самий південний федеральний округ Російської Федерації. Перемены в административном устройстве Российской Федерации, присоединяющие оккупированный Крым Южному федеральному округу, затронули и его административную верхушку. Путин снял с должности оккупационного губернатора Севастополя Сергея Миняйло. Соответствующим указом Миняйло назначен полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе. На его место временно исполняющим обязанности поставлен Дмитрий Овсянников, заместитель министра промышленности и торговли России. Лидер крымского отделения партии «Коммунисты России» Леонид Грач заявил в комментарии изданию «Крым Реалии», что судьбу Миняйло в ближайшем будущем повторят также глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов и председатель парламента Владимир Константинов. Напомним, ранее в Севастополе против Миняйло распространял листовки бизнесмен и кандидат в Госдуму, а также председатель движения «Служу Севастополю» Олег Николаев. Капиталист и политик инициировал сбор подписей 22,5 тысяч горожан с жалобами президенту России о плачевной социально-экономической ситуации в Севастополе. Около 2 лет длилась война между так называемым народным мэром Алексеем Чалом и Миняйло. Тот упрекал оккупационного губернатора в неспособности управлять регионом. Отправка Миняйло в Сибирь Чалова обрадовала. Он заявил, что теперь с надеждой и энтузиазмом смотрит на эти изменения и рассчитывает, что для города это существенный поворотный шаг в плюс. Кроме решений по Крыму, Путин к тому же неожиданно освободил от должности посла Российской Федерации в Украине Михаила Зурабова, который проработал в этой должности 7 лет. Временным поверенным России в Украине назначен Сергей Торопов.